Израиль возобновил обстрел сектора Газа. Удары наносятся с воздуха и моря, продолжается наземная операция. Накануне военные еще на сутки продлили перемирие, но боевики Хамас отказались поступить так же. В воскресенье в Израиле вновь звучала сирена воздушной тревоги. Армия сообщила, что утром из сектора Газа были выпущены 7 ракет. Только 2 из них перехватил железный купол. 5 разорвались на территории страны, ранен один израильтянин. А ночью в результате минометного обстрела со стороны палестинского анклава погиб израильский военный.